Машить их сюда. Вот этот хлеб кому положили? Вот в этот хлеб. Дяде Вове. А? Дяде Вове. Дяде Вове. Ты зачем сейчас пришел здесь и вот так вот, вот так вот, это твой нос. Вот так носом давил и носом давил соплями своими. Это хорошо? Нет. Ну зачем же ты делал-то это? Первый... Да не надо говорить, это не делается так. Ну зачем это? Дяде Вове. Им еще солить надо твоими соплями хлеб, что ли? Это оно. Нехорошо. Иди, мне не нравится это. Вот мы сегодня брали черемуху. Непрерывно болтают. Ничего нельзя сделать. И самое главное, панически боятся вот этого растения. Как он называется? Крапива. Как огня. Понимаете, даже противно делается. Да как так? Растет по колено. Вот берет черемуху и крапиву вечно качает. Ну что так вот прячется? Ну крапива обыкновенная. Все, что умираешь-то, такой страх. Здоровый парень. Где ваше японское кандзё? Да разве японский мальчик позволит себе так бояться или какой-то там в Афганистане? Они бьются палками, чем угодно, удары наносят. Человек закаляется. А здесь на какую сторону? Тут крапива. Ну, крапива. Что-то выбрали, что-то мы затоптали. Но бывает, это она высоко торчит. Ветер качнул ее, и он уже только пяткой сверкает. Чего так боишься крапивы-то? Мне отвечать нечего. Вы смелые, когда взрослые нету. Взрослые нужны вам только для того, чтобы накормить вас. Больше ни зачем. Вы не стремитесь ничего узнать. Я ему показываю. Крапива. Я голову кое сорвала, давай жевать ее тут же придем. У меня такой же язык так было. И тебя нисколько это не тронуло. Я вспоминаю, мы учились в школе, в Корчине. Ну, это время, может, было такое. Мы сами себя и бритвочкой резали, чтобы не бояться, не выдать никого. А какое-то что такое? У меня тут приезжал один взрослый мужчина, и крапиву боялся, как маленький младенец, но ничего и нету. Ты ничего не должен бояться. А вас одних оставь, здесь еще дальше будет. Черемуху. Берем, слышу, болтают. Вышел, опять те же самые. Сестры тоже между собой разговаривают, сядут на корточки. На корточки не садись, как на горшок. Это неприлично. А эти думали играть с собой. Покажите, как вы играли. Кто играл с тобой? Рот разинул. Покажите, как вы играли. Мы берем черемуху, а они играют. Покажите, как играли. Иди сюда. Кто с ним играл? Ты? Ну, покажи-ка. Ну, куда ты пошел? Ты же не так, стоял напротив. Вот так вот. И как вы играли? Сначала один разевает рот, а этот оттуда его черемуху попадает в рот. Ну, с ним соревноваться, его рот. Ну, разница большая-то. А вот рот поменьше. А тот более кидает, этот тоже рот так с удовольствием разевает. Он не видит, я стою и смотрю, чем же это хочется. Что тебе надо? Если они так будут продолжать делать, то она может просто не до горла попасть, и они подавятся. Правильно. Если бы был не наш человек, он бы сказал, она у дурака меньше на земле будет. Ну нельзя же до такой степени. Берем черемуху, они черемуху берут уже и готовую, и друг друга целится стоит, бросил куда-то, в глаз отлетел, а щеки не попал. Это что ж такое делается? А другой игры разве нету? Вы сюда приходите, мячик и гоняете, тут бегаете. И... Ну давайте поберем. Я говорю, это не только для нас. Никаких разговоров еще нету. Вы сами так вот подумайте, я еще должен думать. Вы сегодня мне сколько черемухи перепортили. С ветками прямо ломают. Это там уже никогда не вырастет. Становись. Вы сами себя начинаете судить как-то. От вас мы ничего не скрыли. Гуляем где-то, беседуем. Слово Божие считаем. А вы это говорите так отстраненно. Между собой такие резвые, такие слова говорят. Как только до дела домой. Начинаешь спрашивать, он не знает, о чем спрашивает. Повтори.
Он последние два слова повторяет, а что я до этого говорил другу, он даже ноль внимания. Это ваши друзья. Они, глядя на вас, думают, она такая же. Еще раз говорю, еврейские дети, мусульманские, они воспитываются, за ними родители смотрят. Вы мусульманских ребятишек, я не знаю, может быть, у меня опыта такого нету, я нигде не видел толстых. Владимир Шемелихин, очень известный писатель, он долго был где-то там, кажется, в Финляндии или где, в скандинавских странах. Вернулся и говорит, вы мне не поверите, Швеция. Но ни одной толстой женщины я не встретил, жирной, ни одной. Почему? Знаете, шведская стенка. Что это такое там? Лазит то другое. Француженки здесь были. Ну, ясное дело, что наши женщины работящие. Но вот эта их полнота, вот эта объемность, и сколько, говорит, они хлеба едят, они все это сказали нам. Тем более женщины. Ты не думаешь, что толстая, значит, если ты раиса, то чтобы тебя много было, говорит, хорошего человека много, чтобы было. Ну, маленько, это надо за собой следить. И вот я не могу ничего сделать. Вроде маленько подбирается. Да? Есть. Вы сами еще увеличите себе, братья. Скоро будете уезжать. Мне тоже хочется, чтобы ваши родители поняли, что мы над вами трудились. Подшили рукава, видишь, как все делается. Вы это все запоминаете, о чем мы говорили. Если мы пришли сюда, мы должны строго идти по календарю. Мы каждый день имеем друг друга. Сейчас договариваются мне на воскресенье. Приезжают наши спонсоры, верник. Съемки будут здесь. Не лезьте под руку. Оденемся как раз эти найти все, которые они дали нам, футболки какие. Дальше. Я должен показать вам голубей. Может, в этот день. Полезем на голубятню. Созвонимся с другим поселком, поедем на пасеку. Надо провести здесь занятия. У нас воскресный день переполнен. Вы ни с кем не разговариваете, с чужими людьми. Я вот по интернету разговариваю и говорю, там, девочки такие хорошие, вот такие. Наказ простой. Никому в дом не заходите. Со школы ты идешь где-то. Никому, бегом домой, и все. Если родители не встречают. И ни в какую машину не садитесь. Детей столько теряется. Я просчитал 50, посмотрел по спискам. И зашел в милицию, а милиция мне знакомая. Я говорю, ты что, неужели 50 человек потерялось? Он на меня посмотрел. Это за день. Как за день? У нас теряются десятки тысяч людей и бесследно исчезает. Вот лучший фотограф, который делал фотографию у нас, исчез, Волобуев Александр Павлович, в Москве был, и нигде ничего нет. Нигде и никак. Мужчина идет на работу. В это время стоит фургон, там мебель перевозит. Один говорит, не можем шкаф повернуть, тут как. Он мигом заскочил, дальше он не помнит. Он заскочил, ему сразу укол связали, и теперь он очнулся в Чечне, в подвале. Теперь его заставляют делать, что он не хочет. Были, которые сбежали. Их поймали и при нем расстреляли. И он все думал, как уйти дома. Жена, мать, квартира была. И он решил бежать не сюда, на север, а бежать на юг. По горам. Чем он питался, какими корнями, там считать страшно. И он вышел. Пришел там хозяин другой. Жена за это время, 7 лет не было его. Жена развелась, мать умерла, квартиры нету. Но мы встретились, он, они на кладбище вырыли могилу себе сами, яму. Прикрыли ее маленько хворостом, сейчас чем-то дымят, и дым идет. Мы поговорили, он говорит, а я тут долго не буду. Я работаю на вокзале, всем помогаю, деньги коплю, я квартиру сразу купляю эти-то. А они бомжи. У них нет ничего, а выпить любят. И один решил город Барнаул очистить от этого. И он их приглашает выпить. Они выпили, он убивает и зарывает. Следующего убил, опять зарыл. В Барнауле точно так же были дети малые. Видели люди негодные, они охотились за ними, спорили и ликвидировали. И вы туда лезете. Здесь ты охраняемый. Ни с кем не разговаривай. Кто-то заговорил, ты бегом убегай. Вот у меня собака была до урагана. Ну, ураган-то не мой, Сергея Павловича.
Я узнал, что она любит. Она любила рыбу со сметаной. Я ее оставляю в блюде. Нельзя. И ушел на работу. Прихожу, стоит, не тронет. Вот как учишь. А если кто-то ей что-то... Ой, собачка хорошо бросила. Она без предупреждения бросается и кусает за руку сразу его. Это враг. Вот как учат собак. А вы дети, и вас не научишь. Теряются бесследно. Я молился, а в это время в больнице был. А одна подошла женщина, еврейка, и говорит, вот вы молитесь Богу. А где он, Бог ваш? Да он везде. У меня сын, я одна вдова, муж погиб. Во двор вышел в 5 лет, что ли, или 7 лет. И по сегодняшний день нигде нету. Я была одна, моя надежда. Я ничего ей не мог сказать, только утешить, помолиться, а она неутешная. Был я в Беслане. Вся стена, вот как рисунки, так пулями избита. Стреляли детей. Весь мир знает, что было. Я видел этих женщин. Знаете, вот отпечаток невозможной печали. Она видно, что женщина была красивая, в библиотеке работает. И она как на том месте застыла. И все у нее на лице написано. И я спрашиваю, как было, она опустила глаза. И мы засняли все это. И это ты можешь приносить матери радость или печаль. Какой бы ты ни был, мать тебя все равно любит. Поняли? Крапиву боитесь? А ты сам подойди, да сорви несколько раз и перестань бояться. Крапива – это массаж. Там никакого вреда нету. Но она ужалила маленько, и все. Болеть не будешь от этого. Крапива – очень витаминное растение. В интернете сделали, табличку написали. Лечебная крапива для жопы. Крупными буквами написано. Что смеется-то? Итак, сегодняшний день мы заканчиваем. И у нас положительно было, что ни один не упал с черемухи. Ни один не подавился. Они между собой не подрались. Кидали друг друга, глаз не выбили. Ни один не сбежал. Главный беглец стоит. Никто их не украл. Заметьте, сколько всего положительного у нас было. Минимум 5 положительных факторов, за которые мы Бога славим. Все целые, пошли, да еще на малину зашли, да еще крыжовник там поели. Какие мы счастливые. Все. 6 по. Ну, можете ошибиться. Купались, купались сегодня. Да. То есть 8. Вы научитесь видеть положительное. Ни один из вас пояс не потерял, ни штаны. Что смешно? А это так. Несли черемуху, не упали, не рассыпали. Это все положительное, положительное. Итак, затем садимся за стол. Ты этот нос, который встречал, кусочки возьми себе, а дядя верхний кусочек. А дядя Вольф положил на дверь. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Садись, давай, не отговори. Я сказал, верхний кусочек, заменил дядю Вову. Все, заменил, заменил. А это чье? Это Семёна. Семёна, да? Семёна, да? Помоги, дай. Морковку? Да.